Дурих Стоугут! Привет! Мы группа! Рамштейн! Да, у нас коллапс случился. Видите, мы голые. Все наши чемоданы с нашими вещами куда-то улетели. И мы стали голыми. Нужно срочно разыскать нашу одежду. Да, куда же улетели чемоданы с одеждой? Или... Малайзии. Так, может быть... Амурская область. В России, да. У-ху. А может быть... Панама. Ага. Или... Шри-Ланка. Шри-Ланка. Где же нам искать нашу одежду? Вам... А то концерт скоро. Вам помогут герои мультфильма «Мадагаскар». Да, мы тоже в ящиках путешествовали. На острове попали. Кстати, да, тоже знакомая ситуация. Конечно же, мы поможем. Так, ну, Глория. На тебе буська. Ой, спасибо, Алекс. На тебе буська. Ой, спасибо, Марти. На тебе буська. Спасибо, Мелмен. А теперь расскажи нам какую-нибудь интересную историю. Про македонского. Ладно, ребята, расскажу я вам про... Македонского. Да, был такой полководец. Сражался со всеми. Убивал всех своих врагов, забирал все деньги себе и сидел на троне и правил миром. И иногда выезжал смотреть свои территории на своем черном коне. Ну, буцефалом. Так что ищите черный цвет флага. Посмотрим, есть ли что-то черное тут. Так... Нету черного. Нету ничего черного. Спасибо, Глория, за рассказ. Дай другим помогать. Давай, пусть поможет этот, как его, Кинг Джулиан. Не только Кинг Джулиан, и Морис, и Морт. О, ребята! Ну, понимаешь ли, я вообще-то король. Королю непристойно всякие там азбуки изучать. Так что, Морис, тебе надо выучить. Да. И Аборт вторую азбуку выучит. Шорты. О, где мои шорты? Шри-Ланки. Первый балл. Портфель. О, мой портфель нашелся. Панаме. Первый балл. Акварель. Так. Мяч. Ого, нормально, спасибо. Две вещи уже нашли свои. Ну, а теперь, Морт, тебе надо выучить азбук вместе с девочкой. Машей. Ну, Маша, смотришь ли ты «Мадагаскар»? Да, мой любимый герой это был Лев Алекс. А мои любимые герои это эти, как его, пингвины. Ну да, даже сделали мультсериал про пингвинов, если что. Ладно, Морти, помоги Морчику, да? Конечно помогу, король Джулиан. Шишка. О. Паук. Пауки. Арбуз. Арбузика? Придется кушать? Да. Маша. Поиграй со мною. Поиграй со мною. О, я слышал, нас зовет Маша к себе. Играться в Малайзию. Малайзия первый балл. Пошли, ребята, поиграемся с Машей. Полицейская, которая охотится над зверями Мадагаскара. Да, куда эти все ушли звери? Так, Кинджуля, Морт и Морис отправились играться к Маше. А Марти? Говори, все рассказывали македонского и пошли за делом.
О, ясно, ладно, найду я их, пока я буду искать. Надо песни послушать. Да, так, ну, сколько цветков на моей шляпе? 4. Песня номер 4. Какая картошка? Декабрь уже? Декабрь! Сегодня уже 2 декабря. Вся картошка уже замерзла. Вот-вот. Лучше в магазине купили эти картошки. Да. А не копать. О, а это кто такой? Я. Я Стефано, и тоже из Мадагаскара. Вау, впервые такого вижу. Зверя из Мадагаскара. Я прибыл, чтобы помочь Рамштайну. Ага, ну Стефано, сколько у тебя там букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Песня номер 7. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык, а прокинул грузовик. О, с нашими вещами. Опрокинул грузовик с нашими вещами. Где же грузовик с нашими вещами? Панаме. Панама, 2-й балл. Ну вот. Бык. Так. Что? Да как ты смеешь смеяться над моими рогами? Ты гоняешься за волком в телевыпуске. Вот-вот. Из-за так тебя что? Не встретил волчицу из-за тебя. Ну, заяц, ну, погоди. И не только, еще меня Отелло хотел задушить тебя из-за тебя, заяц. Из-за тебя не задушил Отелло и не имел шанса идти к волчице. Пока, заяц. Бык. Давай поживем дружно в Малайзии. 3-й балл. Так. Лев нас... Кион. На Симбу похож. Я не Симба. Я Кион. Симба из другого мультика. А я из The Lion Guard. Ага, ну ладно. Вот. Я вам расскажу про пиратов. Ваши, знаете, Рамштайн, ваши вещи захватили пираты. Они захватили корабль, который перевозил ваши вещи. Все чемоданы и сокровища взяли себе. Потопили корабль от пушки. Да. И все ящики с вашими вещами выложили на остров Панаму. Панаме. Ладно, 4-й балл. Так что отправляйтесь там ваши вещи. О, спасибо. Спасибо, что вы не даете нам замерзнуть. Так. Это у нас. Это Бунга. Я. Бунга. Тоже из мультфильма. The Lion Guard. Да, я очень обожаю песни слушать. Да. Сколько букв в слове Бунга? 5. Послушаем 5-ю песню. Ну, и где же стоит охрана так рано? В Амурской области. 1-й балл.
Амурская область, Россия. Но это же Сибирь, там сейчас холодно. Ангел. Ангел прилетел. Я прилетела, чтобы помочь вам. Группа Рамштайн. Ну, у нас же песни вообще-то не ангельские. Ну, может, я помогу вам, и ваши песни станут менее дьявольскими. Ну, ладно. А, да, кстати, одна песня нормальная была, называется «Симен». Да. Моя Маккуин. Чао-чао всем. Приз. О, приз. Нас ждет приз в Панаме, а мы голые, не можем... Сейчас потерпите, подойдите в Панаме и забирайте ваши вещи. Я ебал. Шериф. Шериф? Шри-Ланки. Да, говорит, что часть вещей находится в Шри-Ланке. Ты ебал. Автомобиль. По всему Амурскому области. Да, ну там уже вездеход надо брать. Да-да. Там Сибирь, ходим. Там много снега. Амурская область, второй бал. О, лампочка прибыла. Да. Ой, как-то мне неуютно одной. Нафиг, ты тут? Ой, я здесь, лампочка. Вчера мне случилось странное. Я выпил зелье и превратился без глаз. И хорошо, что мистер Incredibles дал правильное зелье вчера. Я стал видеть нормально, лампочка. Слышь, Клаффи, давай поможем группе Рамштайн найти их вещи. Ну ладно, хотя они голенькие, они мерзнут. Минус градусов да, во дворе. Да, зимою надо одеваться. Может, пойдем сходим к ботанику? Хорошая идея, лампочка. Идем. Он найдет подсказку. О, привет! Кнайфик и лампочка. Чем я могу вам помочь? Мы хотим с азбукой выучить, чтобы Рамштайн группа не были голыми. Да. Нужно найти вещи группы Рамштайн. Подсказочку найдешь? Конечно, найду. Автобус по всему-то Амурскому области. Четвертый бал. Шикава. О, шикава мне нравится. Няма-няма. Парашют. Мы пока на парашюте лететь будем, мы в сосульки превратимся. Ах да. Как волк, помните? Ах да, я ни разу не летал на парашюте еще. Надо попробовать. С лампочкой. Муравейник. Не, муравейник, я не лезу. Они укусят меня. Хотя... Ладно, пойдем погуляем, нафиг. Пойдем, лампочка. Потом мы вернемся. Так, шоколадика найдем, пойдем. Пойдем, лампочка. Так, ну-с, ребята. Азбука желтая. Желтая, кто из нас тут желтый? Мелман и Алекс. Я вообще-то оранжевый. Ну я тоже, ну ладно. Алекс, будь джентльменом. Выучи Глорию азбуку. Да. Мамонтенок. Мамонтенок в Малайзии. Как он туда попал? Паровозик. О, отвезет прямо к Панамскому каналу, шестой бал. Шерхан. Тигру. Не надо нам тигра. Антошка. Глупый Антошка. Зимой. Мерзнешь. Снег. Он еще копает картошку. Ах, глупый Антошка. Так. Ну что ж. Я предлагаю, ребята, отправиться вокруг света. Так. Ну, и что ты хочешь посетить, король Джульен? Африку. Да, там сейчас тепло, уютно, можно в шортиках гулять. Но тут у нас нету Африки. Ну тогда Китая. Да, вообще посетить
Азию можно. Да, там, где китайская Великая Стена. И сумо. Где сумисты там. Там есть что делать. Азия. Шри-Ланка – это Азия. Четвертый балл. Малайзия тоже, да, Азия. Да, тоже четвертый балл. Ну что, в путь? Путь. Блин, опять я опоздала. Опять я поймала этих зверюшек. Куда они подевались, Маркус? Ну, Алекс пошел тоже за делами. А Мел, а вообще Кинг Джулиан, вы вокруг света не отправились. Что, мне тебя за ними гоняться вокруг света? Ну, да. Извините, Рамштайн, мне некогда вам помочь. Мне нужно вокруг света гоняться за этими животными. Пусть Стефану вам поможет. Это тюленище. Да, цирковой тюлень. О, да, давайте. Муравей. Медведь. Так. Попугай. Пенал. Шары. Шапка. О! Нашлась моя шапка! По дороге. Шри-Ланка, пятый балл. Арбуз. Акула. Так. Ну вот, Стефано, молодец. Я тоже хочу помочь. С азбукой. Да, я тоже хочу доказать всем, что я умный, а не просто бык. Ай, болит. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня ничто нигде не болит. Шуба. Шесть шуб сейчас бы не помешало. Шри-Ланка, шестой балл. Принцесса. О, Золушка. Ну, куда же ты, Золушка? Золушка, ну куда? Куда же ты, Золушка? Куда же она? К Шри-Ланке убежала. Мамонтенок. О, видали? Я тоже помог. Так. Ура, ура, это же Симба, смотри, Симба это. Я? Не Симба я, не Симба я. Кион, запомните, Кион. Почти что как кино. Да, я рычать могу. О, ну мы не видели просто такой мультик. Мы Симбу видели. Вот посмотрите, я круче Симбы. Ладно, мы тогда хоть азбуку выучим. Давай, детишки, выучите. Мишка. Помощница. Шутка. Арифметика. О, слышали? Звоночек. На урок идите. Учиться. Ок. Что-то я тут измазался весь. Есть где тут помыться? О, ну вот, помылся. Теперь можно отправляться к котику. Привет, котик! Нам сказали, что у тебя где-то хранится подсказка. Амур. Он все время мурлыкает. Амур. Ладно, четвертый балл. Амур получает. Ах, давай лучше полетаем по небесам. Привет! Добро пожаловать на наше авиашоу! Грузовой самолет! О, грузовой самолет! Он все наши вещи увез! И грузовой самолет как раз по нам улетит! Седьмой балл! Бежим! Ну вот, я хотела помочь!
Ну, ладно. О, о, дайфи, где ты? Я здесь, лампочка, здесь. Что еще надо? Я хотела покататься на яхте, а там эти, как его? Мы бандиты. Спасите нас! Бандиты украшали мою яхту, беду! Так, так, Крисовер Бонифатич, разберись с бандитами. А вот я. Бандиты, вы выкинуты за борт. Яхта свободная, куда же мы поедем нафиг? Ну, Врунген, ты куда можешь везти? Я могу группу Рамштайн везти в Панаму. Я слышал, что у них хранится и их одежда в Панаме. Как раз грузовой самолет и летел туда. Так что и Кнайф, и Лампочка, вы тоже можете присоединиться на моем яхте «Беда». Ура! Прокатимся по всему Панамскому каналу. Восьмой балл. Точно. Прокатимся. Ну ладно, прокатимся, Лампочка. Перед тем, как мы уезжаем... Я вызвал эксперта как раз вовремя. Ой, нафиг, ты такой юбный, ты такой милашка. Ой, спасибо, Лампочка, я тебя люблю. Я тебя тоже. Ладно, группа Рамштайн, идите к этому, к эксперту. А мы будем подготавливать яхту. Дурих солгу. О, привет! Самый меткий, легендарный стрелок Джон Уэйн. Я и есть Джон Уэйн. Чё вам надо? И меня позвонил, как две какие-то объекты звонили мне. А, ну, куда-то улетели наши вещи. Мы тут голышом все время тусуемся. Скоро концерт, как мы, голыми будем, что ли, выступать? Ах да, я видел грузового самолета. Как раз грузовой самолет летит в Панаму. Ох, это Панамский канал. Круто, смотри, как там машины по каналу ездят, видишь? Вау! Мне уже понравилось. Итак, группа Рамштайн отправляется за своими вещами в Панаму, которые разбросаны по всему Панамскому каналу.